Сегодня я приехала на Васильевский остров снимать 10-е по счету такс-шоу в Петербурге. Запросила аккредитацию, сказали, приезжайте просто на стойке информации, и вы зарегистрируетесь и будете снимать перед подиумом. Не знаю, как это будет, ни разу не снимала это шоу, сегодня впервые. Попробую, посмотрим, как получится и что получится. Надеюсь, будет очень интересно. Я давно не была на Васильевском острове, была приятно удивлена. Надо будет прийти сюда погулять с мамой и с Челсиком. Какая ажурная оградка. Очень люблю такие. Прямо такой питерский стиль. Ну вот в таком саду академических художеств будет проходить такс-шоу. Сейчас участники готовятся, наряжаются, красятся. Даже пришивают что-то. Народ уже приходит, в 12 часов будет начало. В этом году такс-парад был посвящен теме цирка, поэтому везде по всему саду Академии художеств были расставлены различные детские площадки. Можно было и мыльные пузыри погонять, и с клоунами поиграть, и в какие-то настольные игры, и просто пофотографироваться с красивыми орликинами. Парад открыли дети, они исполнили один из цирковых номеров. Вообще очень много всяких жонглеров, гимнастов, детей выступало в этот день на сцене. И они были таким, как бы скажем, украшением этого мероприятия. Ну а вишенкой на торте для меня лично стал фокусник, которого зовут Роман Буря. Он исполнил 2 номера, и я просто была в восторге, с открытым ртом стояла и смотрела за его фокусами, ну и, естественно, снимала это все. Вот как это было, вам показываю. Такое красочное и веселое мероприятие сегодня проходит на Васильевском острове в парке Академии художеств. Такс-парад мне очень понравился, хоть в этом году собак было очень мало,
как сказали сами участники, раньше выступало более 100 собак. В этом году набралось, может быть, десятка три. И их выпускали такими партиями по 5, по 6 собак за один раз. Потом проходил какой-то номер. Однако таксы в этом году были непростые. Приехали различные гости из разных городов, даже из Москвы. Люди уже знают, что в Петербурге проходит такой парад собак породы такса и привозят своих такс на этот парад, который уже, кстати, является 10-м по счету. Вот как это было, вам показываю. Сходила, сняла этот праздник, там все еще продолжается. Идет награждение такс, которые победили в конкурсе Fashion по Cargo. Вот такой вот бейджик я получила. С этой аккредитацией мне можно было фотографировать у сцены. Так что фотки, надеюсь, получились классные. Сейчас буду отправлять в свои агентства. Ну а пока иду в метро и еду домой. Вот такой вот тут Васильевский остров. Интересные такие клумбы, красивые. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч.